Русская церковь в течение долгого времени существовала на Руси как метрополия византийской церкви. На самом деле это положение было даже чуть-чуть обидное для русской церкви, потому как византийской церкви принадлежало огромное количество метрополий на территории самой Византии были десятки метрополий, и вот одна метрополия — это вся Русь. i Тем не менее, Византия не была расположена как-то к Руси для того, чтобы выделить ее в особый статус или даже хотя бы на территории, такой огромной территории, создать несколько метрополий. И уже это показывает какую-то напряженность между Русью и между Византией. С одной стороны, Русь представилась все время претендовать на какой-то особый статус. С другой стороны, Византия все время пыталась напоминать Руси о том, что она главная, и Русь от нее приняла веру. Но, тем не менее, в течение долгого времени связи между Русью и Византией сохраняются. И хотя эти связи выглядят напряженные, хотя иногда возникают некоторые недоразумения, в том числе с поставлением митрополитов или еще что-то, но в общем-то вот эта вот связь с Византией для русской церкви, эта связь чрезвычайно положительная. Мы с вами говорили о слабости русской церкви, мы с вами говорили о богословской слабости, а то они способности вести какую-то серьезную богословскую полемику, но то, чего не было у русской церкви, было у Византии. И именно из Византии могло приходить богословие, из Византии мог приходить некоторый опыт. Если человеку нужно было получить какое-то образование, он мог отправиться в Византию, он мог там учиться, и получив это образование вернуться на Русь, кстати, именно Нилсовский не на Руси учился, он, как и многие другие святые, как и Сергей Радонежский и так далее, они прежде всего были в Византии научены и с византийским опытом, с византийской духовностью возвращались на Русь. Но Византия переживала не самые простые времена. Византию теснили турки, и территория Византии с каждым годом под турецким нашествием становилась все меньше, меньше и меньше. И всякие старания противостоять туркам в этой войне ни к чему не приводили. Византии нужна была помощь. Византия и должна была искать этой помощи у кого-то, чтобы противостоять этому нашествию. И самое очевидное, у кого Византия могла бы искать этой помощи, это Европа. Европа, которая уже в течение долгого времени вела войну с турками, вела войну с мусульманами и во многом успешную войну, она постоянно предлагала Византии свою военную помощь, но с одним условием. В Византия должна была признать власть Папы Римского. Нужно было преодолеть вот этот церковный раскол. И с европейской точки зрения, вы помните, что Папа Римский это основная власть фактически, потому что он стоит выше всевозможных там королей, которые были на территории Европы, по той причине, что церковь охватывает всю эту территорию, и нет какого-то единого Монаха, который бы мог диктовать папе свою волю. Так вот, с точки зрения папы, с точки зрения папской власти, это очень хорошее и благое дело. Присоединение отколовшейся, с, Византии, с римской точки зрения, конечно же, не Рим откололся от Византии, а Византия откололась от Рима, отколовшейся части церкви и воссоединение церковного единства. Поэтому это было, можно сказать, какой-то определенный шантаж. Вы признаете на власть папы, вы становитесь частью римской церкви, и в ответ мы посылаем вам военную помощь и помогаем вам решить проблемы с турками. Соблазн был чрезвычайно велик для Византии пойти по этому пути. И хотя многие годы Византийская церковь сопротивлялась этой идее, в конце концов, под угрозой военного нашествия, эта идея овладела умами и было принято решение о присоединении к Западной церкви. Но как можно присоединиться к Западной церкви, учитывая, что Восточная модель не предполагает какого-то человека, такого как Папа, который единолично распоряжается всей церковной жизнью, и Патриарх Константинопольский, хотя и обладает какой-то властью, но он рассматривался как первый среди равных, и без решения остальных епископов Православной церкви присоединение не могло бы произойти. Поэтому Византия начинает постепенную подготовку к тому, чтобы когда вопрос зайдет о принятии решений, когда будет голосование по поводу того, все-таки должна или нет православная церковь стать частью церкви католической, чтобы решение было правильное. И в течение многих лет на различные и кафедры назначаются люди, которые, когда дело дойдет до голосования, уже будут готовы голосовать соответствующим образом. В том числе и на русскую кафедру назначается митрополит Исидор, который уже в тот момент, уже в момент назначения, готов проголосовать за соединение, за так называемую унию с Западной Церковью. И вот в 1439 году в городе Феррара потом собирается собор, потом он переезжает в город Флоренция, и собор этот получил название Феррара Флорентийского собора. На него собираются все епископы православной церкви, в том числе от русской церкви туда отправляется Исидор, для того чтобы рассмотреть вопрос о унии между православной восточной церковью и западной католической церковью, и епископы, приехавшие на этот собор, голосуют за унию. Собственно, из всех епископов, приехавших на этот собор, только святой Марк Эфесский проголосовал против, и существует легенда, трудно сказать, насколько достоверная, что когда папе донесли, что весь собор проголосовал за унию, он задал вопрос, и что, Марк Эфеский тоже проголосовал? Да нет, вот, к сожалению, Марк Эфеский не проголосовал. Ну, тогда мы ничего не достигли. Не знаю, было ли это на самом деле, но в любом случае собор действительно ничего не достиг. Когда епископы вернулись с собора, когда епископы сообщили об унии с западной церковью, церковный народ не принял эту идею. В том числе в Москве Исидора арестовали, посадили в тюрьму за такое решение на соборе. Правда, из тюрьмы он сбежал, отправился на юг и там потом до самой смерти где-то пробыл вроде как епископом, а говорят, и даже и кардиналом в католической церкви, но никакого серьезного влияния на Руси он не имел. Так что церковный народ не принял унию, и это очень легко объяснить. До этого в течение многих веков воспитывалась неприязнь, воспитывалась ненависть, воспитывалось презрение к западной церкви. И трудно было бы переменить мысли, когда до сего дня мы были противниками Запада, а с этого дня мы не просто друзья Запада, но подчиняемся Папе Римскому. Так что задумка не сработала. И хотя более того, хотя в результате Феррара-Флорентийского собора военная помощь некоторая была все-таки предоставлена, потому что не сразу же стало очевидно, что народ церковный против унии с западной церковью, но армия потерпела поражение. А потом оказалось, что все против унии и дальнейшая военная помощь уже не предоставлялась, и в конце концов в 1453 году турки захватили в Византию, Константинополь пал, и весь христианский мир сказал, ну вот Бог и наказал за Ферраро-Флорентийский собор. А, поэтому связь русской церкви с Византией прекратилась. Ну, собственно, да, церковь, связь церкви с Византией прекратилась не даже в тот момент, когда Византия была завоевана, но фактическая связь между русской и византийской церковью прекратилась в тот момент, когда из Феррара Флорентийского собора вернулся Исидор с вот этой вот новостью об Унии. В течение некоторого времени... Церковь фактически была на Руси без митрополита Исидор. Я уже говорил, сбежал. Но такое всегда долго продолжаться не могло. Руководство какой-то у Церкви все-таки должно было быть. И в 1448 году Русская Церковь самостоятельно избрала себе митрополита, которым стал Иона. И с этого момента Русская Церковь фактически сама для себя устроила так называемую автокефалию, самоуправление. Русская церковь перестала подчиняться церкви византийской. Ну, понятно, что византийской церкви это не понравилось, и в течение почти 100 лет византийская церковь не признавала русскую церковь, она существовала самостоятельно. Тем не менее, вот с 1448 года русская церковь является автокефальной или самоуправляемой. Конечно, это очень нравилось на Руси, что они больше не зависят от Византии и с ее не очень удачной для Руси церковной политикой и с ее готовностью к унии с Западом и так далее, но хотя это выглядело хорошо и ощущалось, хорошо быть такими свободными, независимыми и самостоятельными, но на самом деле это была иллюзия независимости и самостоятельности. До этого русские митрополиты назначались в византии, и вот это вот внешнее назначение, независящее от местной власти, все-таки давало митрополитам определенную самостоятельность. Теперь Митрополиты, которые да, избираются и назначаются внутри русской церкви, оказались в гораздо большей степени подчинены власти местных царей и теперь гораздо меньше было фактической независимости у руководства православной церкви. Более того, теперь исчезла богословская подпитка, богословская поддержка, со стороны византийской церкви. Нилсовский был практически последним, кто еще успел съездить в Византию и поучиться и вернуться, потому что вот этот вот раскол, вот это отделение русской церкви как раз случилось уже при его жизни, и следующие поколения практически не могли, не имели возможности поехать, учиться и перенять какую-то византийскую традицию и византийскую духовность. Русь начинает твориться в собственном сако, Русь начинает следовать просто своей сложившейся на Руси традиции. Замечательный русский историк Флоровский назвал то, что сложилось на Руси после отделения от Византии протестантизмом местного предания. Теперь Русь живет не хри христианской традицией, общей христианской традицией, а византийской христианской традицией, не живет еще и богословием. Мы с вами только что обсуждали спор, в том числе вот, с, э, э, проблему с жидовствующими, и видели, что очень трудно русской церкви было богословски противостоять всему этому. Русь живет традицией. Как было при отцах, так должно быть при нас. Мы вчера так делали, и сегодня так тоже будем делать. И вот это вот местное предание, вот местная традиция становится основанием, главным, может быть, основанием для церковной жизни на Руси. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте ком Но несмотря на такое унылое фактически положение как большая зависимость от власти и слабая богословская позиция и, и протестантизм местного предания тем не менее русская церковь обретя автокефалию и презирая византию за унию и видя как будто бы божие наказание в византии а, за эту унию в том что византия была завоевана турками начинает думать о себе как о последней наследнице, как о последней истинной церкви, которая существует на этой земле. И на этом фоне формируется по чрезвычайно популярная идеология, не исчезнувшая до сегодня, идеология Москва-Третий Рим. Одно из самых ярких выражений этой идеологии встречается в письме Филофея Псковскому царю Василию Третьему. Филофей написал такие слова. «Хочу добавить несколько слов о нынешней православной империи нашего государя. Он есть на земле единственный царь-христиан, глава апостольской церкви, которая отныне стоит не в Риме или Константинополе, а в благословенном граде Москве. Она одна сияет в целом мире ярче солнца. Все империи пали, и на их месте стоит одно лишь царство нашего государя в согласии с пророческими книгами. Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Ну, просто поясню, Два Рима пали. Первый Рим – это, собственно, сам Рим, город и первый центр христи... крупнейший центр христианства в мире. Его завоевали варвары, с одной стороны, если говорить о политическом его положении. С другой стороны, в духовном отношении он пал, превратившись в католическую церковь. А второй Рим – это Константинополь который в политическом отношении тоже был завоеван турками, и в духовном отношении тоже пал, вступив в унию с Западом. И теперь Третий Рим — это Москва. Есть империя, есть император, есть православная церковь, есть вера. И вот этот вот Третий Рим стоит, и четвертому не бывать. Правда, когда произносится фраза «Третий Рим стоит, и четвертому не бывать», то фраза это может быть понята двояко. И вообще говоря, когда Филофей, говоря о том, что четвертому Риму не бывать, говорил это не в том смысле, что, что Третий Рим настолько прочный и настолько стойкий, что никто и никогда не сможет его победить, он говорил об этом эсхатологически. Он считал, он ощущал, что подходит конец времени, что вот-вот будет пришествие Христа. Четвертому не бы, ну, прежде всего, конечно, воцарение Антихриста, потом пришествие Христа. Четвертому не бывать э, в том смысле, что просто не успеет появиться четвертый Рим. Нет времени для того, чтобы где-то еще создалась еще одна православная империя. И поэтому задача русского царя, русского царства, русской церкви просто дотерпеть до конца, до которого уже совсем немного осталось. Но и конец не наступил. И, кстати, вот это вот предчувствие конца и споры о конце, они вообще очень характерны для того времени они оказали определенное влияние и на развитие ереси жидовствующих, потому что как раз вот это было предсказание скорого конца света, конец все не наступал из-за этого разочарования, и на фоне этого разочарования ереси жидовствующих развивалась. Ну так вот, тем не менее, конец не наступал, и как-то отошло на второй план эсхатологическое истолкование идеи Москва-Третий Рим, и на первый план вышло такое имперское истолкование. Что империя будет настолько сильной, что никто никогда ее не победит. Что Третий Рим, Последний Рим как раз в том смысле, что никогда не сдастся русская церковь. И до самого конца, когда бы он не наступил, будет царствовать и будет побеждать всех своих врагов. С тех пор прошло уже полтысячелетия, как даже больше, когда возникла идея, что Москва Третий Рим. Но тем не менее, вот эта вот идея стала одной из ключевых составляющих мироощущения православной церкви. Православная церковь до сего дня во многом думает о себе именно в ключе Третьего Рима. Православная церковь в лице своих многих представителей думает о себе как о последнем оплоте на пути Антихриста и думает о России как об особой Бога-избранной державе и о особом объекте, который противостоит всяким антихристианским силам этого мира. А вообще, такое мировоззрение, достаточно существенной группы православных в настоящее время, заключается в том, что Россия это последний оплот истины, богопочитания и подлинной веры, которые находится в кольце врагов, и враги устраивают всякие происки и провокации с целью погубить Россию, чтобы все-таки как-то антихрист мог воцариться, ну и настали соответственно последние времена. В этом отношении отношение к католикам, отрицательное отношение к католикам, отношение к протестантам, тоже чрезвычайно отрицательное, оно очень легко объяснимо, потому что и католики, и протестанты это фактически слуги антихриста, которые пытаются разрушить русскую веру, которые пытаются разрушить русское государство, которые не понимают, что именно Москва третий и последний Рим, и последний оплот и последнее выражение истинной церкви на этой земле. Так что разрыв с Византией, а, торжество протестантизма местного предания привело к особой идеологической трансформации православной церкви, ощущаемой до сего дня. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.